Претендентка на должность старшей медсестры приходит в офис менеджера по сестринскому делу, с которым у нее организовано собеседование. Она также приносит структурированное резюме. Они договариваются, в каких отделах кандидатка будет заинтересована. Менеджер по сестринскому делу предлагает ей вакантную должность в неврологическом, внутреннем или хирургическом стандартном стационарном отделении, на котором основывается должностная инструкция медсестры. Во время школьной практики кандидатке нравилось неврологическое отделение, поэтому она заинтересована в работе в этом отделении. Таким образом, менеджер по сестринскому делу говорит ей, что она может предоставлять базовый уход и простые медицинские вмешательства, такие как мониторинг и запись физиологических функций, обработка периферических венозных введений и подача лекарств без экспертного контроля, кроме радиофармпрепаратов, введения кислородотерапии. Менеджер по сестринскому делу предлагает кандидатке возможность взглянуть на отдел и в то же время рассказывает ей, в какую зарплатную группу она будет включена, какие бонусы за смены и какие льготы предлагает работодатель. Претендентка благодарит за всю информацию и соглашается, что окончательное решение будет сообщено в течение недели по телефону. Претендентка на должность старшей медсестры приходит в офис менеджера по сестринскому делу, с которым у нее организовано собеседование. Таким образом, менеджер по сестринскому делу говорит ей, что она может предоставлять базовый уход и простые медицинские вмешательства, такие как мониторинг и запись физиологических функций, обработка периферических венозных введений и подача лекарств без экспертного контроля, кроме радиофармпрепаратов, введения кислородотерапии. Претендентка благодарит за всю информацию и соглашается, что окончательное решение будет сообщено в течение недели по телефону.